Всем привет, ребят, с вами я, Киран Найт. В общем, сегодня у меня фронт работы вот такой вот. Моя любимая посудка, жир, холодильник, разбирание холодильника, ну и еще плюс санузел. Так что вот, ребятки, приступаю к работке. Давайте, всем хорошего дня, увидимся через секунду буквально. Это уже второй день, кстати, не помню, с чего начался влог. Вот, это уже следующая уборочка. Сегодня мы ходили с помощницей, с моей. Да. Да, помогает мне сейчас. Сейчас убирались вместе, но вместе куда быстрее, понятно. Так что-то я сказать хотела такое важное, я забыла. Вот это, да? Нет. Что-то я хотела сказать важное, забыла. Короче, ладно. Сейчас надо зайти в магазин еще. О, приехал. В общем, сейчас надо зайти в магазин, купить туалетные бумаги, соли, еще что-то я говорила. А, индейки. И надо зайти на это. Капец ты, красотка. Капец ты вообще. И надо зайти еще на Валберс. Мне средство от Кёрхер пришло крутое очень для пола и для, короче, поверхностей. И что-то еще. А еще скребок пришел. Какой скребок? Ну, от кабля всякие, знаешь, сплиток там со стекол. Засохшие пятна, застаревшие. Вот такой тут лифт очень душный, дышать нечем. 20 этажей. Обычно 19 бывает, да? 16, 12, а тут 20. Да, что жестко. Ричика. Так. Все, пришли домой, надо срочно присесть. Я сегодня еще дома чистила этот. Ну, короче, это в другом ролике, наверное, я уже показывала. Чистила матрас и этот накидку сверху. Так, что мы зашли, купили туалетные бумаги, как я говорила, нам надо вот индейку. Сейчас буду делать мяско. Соль, вот такую вот солонищу взяли большую. Так, и что мне пришло, сейчас быстренько вам покажу. Ой, это вот такой вот скребок, который очень-очень нужен. Это для плит стеклокерамики, да, для плитки, которая настенная, напольная, для стекол, для зеркал, для всего. Мне очень-очень не хватало этой штуки, потому что иногда нужно что-то оттереть, оттереть, отодрать. Вот такой вот скребок всего лишь 100 с чем-то рублей стоит. Он 119, если я не ошибаюсь. Ну, что-то не больше 120. Но тут, оказывается, еще сменные лезвия есть. Хотя, когда я заказывала, там не было написано, что в комплекте еще сменные лезвия. О, тут целых 5 штучек еще, смотрите. 5 сменных лезвий. Очень, ребят, хорошая, полезная вещь в хозяйстве. Вот этот скребок. Даже мне с плиты надо некоторые штуки, и с окна тоже. Наклейки на окне тоже хорошо отбирают. О, вот такой вот скребочек. Нормально. Так, уберем пока. И заказала средство Кёрхер. Концентрат. Стоит около 1000 рублей. Но мне его хватит, знаете, выгоднее. Я не знаю, вот, чтоб не соврать. Ну, наверное, раз в 10, ребят, вот 100% выгоднее. Вот верите, нет, чем обычные средства я покупаю. А это специальное для пола. Специальное для пола средство. Ух, шампунька. Ой, господи, все упало. Снегурочка, чуть-чуть вот сюда вот так вот. Дебеньк. Вот такое вот средство. Так, это получается у нас средство для общей чистки санузлов унитазов. А, санузлов унитазов, да, господи, для пола оно еще не пришло. Вот такое вот профессиональное. Ну, то есть это концентрат, где нужно совсем чуть-чуть. Вот, на литр воды. На литр воды всего лишь 50 миллилитров. Это 15 уборок, ребят, это 15 уборок. 15 санузлов, это же пипец как выгодно, вы не представляете. У меня где-то на один санузел тоже средство у меня, я покупала нормальное, но дешевле. Уходила на один санузел, наверное, пол бутыля, да?
То есть, соответственно, всего на 2 санузла получается. И стоило оно 300 рублей, а тут 1000 рублей или 15, понимаете? Ой, приятненько так пахнет. Прям чистотой какой-то пахнет. Так что вот. Такой. А, ну и вот это я вам показывала, да, которая для химчистки. Думаю, в том ролике показывала. Вот такое вот средство. То есть тут вообще очень-очень много мне хватит. На год это точно. Да, я только что уронила, да.